Что это вообще за штуки? Катись отсюда!
we finally kiss goodnight. How I'll keep going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Покупайте Empire Times! Наши высадились в Маниле! Спецвыпуск! Специальный выпуск! Нужно взять на конференцию в Ялту! Тайная встреча флот-союзников! Самая холодная зима в городе с 22-го года! Самая холодная зима в городе с 21-го года! Да уж, это будет ну очень весело. Кому вообще нравится таскать коробки целый день? Господи, это за десятку? Они издеваются. Как эти ребята такое выносят? Всего 5 минут работы и уже всех ненавижу. Знаешь что? Сдались мне эти копейки.
супер длинный, хоть из дома не выходи. Forces. There are reports of heavy casualties on both sides of the conflict. For Press Radio News, I'm Lowell Harris. Ну все, конечно! Держи, не прогуляй все сразу, а? Спасите, Бог!
Вот ключ. Теперь нужно открыть сейф. Эй, это не девушка ли Джо вон там? Ну, одна из них. Oh!
Вандалы разгромили вокзал в Диптоне! На что уставился? Привет. Здравствуй. Что стряслось? Город катится в пекло. Всюду наркоманы. Тебе что за дело? Потому что пара этих уродов пыталась вчера меня ограбить. И что? И моего друга с работы избили и обчистили в Сент-Айленде. Такой город, ничего не поделаешь. Но этих чертовых наркоманов все больше день ото дня. Это скоро кончится. А если не кончится? Не сомневайся. Дядя Сэм решил вмешаться. Попомни мое слово, наркотикам в нашей стране не жить. До встречи. Ладно, пока. Готово. Сколько можно? Ты только что спрашивала. Да черт тебе подери. Да кто тебя в задницу укусил, а? Ты 100 лет уже возишься, мне холодно. Холодно? Ну сиди в машине. В машине тоже холодно. Давай чини эту свою помойку. Да я б давно закончил, если б ты мне помогала, вместо того, чтобы пилить. Я тебя не пилю. Да, конечно, дорогая. Если бы ты так разводным ключом орудовала, как языком, мы бы уже давно дальше ехали. Ты такой бестолковый, потому что тебя в армию не взяли. Не можешь не напомнить, а? Ну что ты, Фред, летчик-истребитель. Чарли, муж Маргарет, водит под лодку. Прекрати. А мой муж? Ах, он не годен к службе, он работает в бакалее. Знаешь что? Сама ее чини, сука вонючая! Эй, помощь нужна? Конечно. Надеюсь, у вас получится лучше, чем у моего никчемного мужа. Ну вот, все готово. Всего-то пару гаек подкрутить. Правда? Спасибо тебе большое, красавчик. Не благодарим.